Опыт. Униуня. Тщательность. Континуитате. Забота. Характер. Вкус. Статут. Вовлеченность. Винохоран Рошу, Рара Негра, Малбек, 2014. Стейк из телятины в винном соусе с картофельным пюре. Acest vin reprezintă o practică locală și internațională de amestecuri de soiuri, de struguri. Este o creație a vinerii Purcari. Săvârșenii vkus blut trebuie opută, strasie, a главное – внимание к деталям. Vinohoran Roșu este armonia dintre tradiția moldovenească exprimată prin soiul de struguri rară neagră și pasiunea argentiniană exprimată prin soiul Malbec. Кажущаяся простота рецепта говорит лишь о том, что каждая деталь доведена до совершенства, и это отражается на конечном вкусе блюда. Aroma fină acestui vin reunește note de fructe uscate și vanilie cu accente foarte pronunțate de vișine neagră, prune și șocolată. Мясо для стейка выдерживается при комнатной температуре около часа. Потом мы используем специи, только перец и соль. Prin vinurile sale, Purcari păstrează memoria vitis vinicolă a Republicii Moldova. Подается с картофельным пюре, заправленным трюфельным маслом и с соусом на основе красного вина. Приготовление этого соуса занимает от 24 до 36 часов. Vinohoran Roșu se potrivește foarte bine cu carne de vită și cu brânzeturi picante. Это блюдо отлично подходит для того, чтобы насладиться вечером прекрасным стейком и хорошим красным вином.